Более 4500 заявок со всей России и только 140 мест, чтобы попасть на главный парад страны. Новоуренгойские добровольцы рискнули и поучаствовали в конкурсе «Послы Победы». И прошли. Единственный от Ямала 5 мая в Москву отправляются два специалиста добровольческого центра. Это Эмилия Чалик и Ульяна Лабутина. Подробности у Анастасии Волковой. Вкладка «Мероприятия». Именно тут можно подать заявку на тот самый парад. Ну, не только на него, потому что у волонтеров Победы огромное количество мероприятий. Принять участие в главном параде страны Эмилия Чалик мечтала с детства. Поэтому, когда узнала о всероссийском конкурсе «Послы Победы», заявку подала сразу. Вытянуть счастливый билет почти не надеялась, несмотря на то, что у нее, как у специалиста добровольческого центра, волонтерское портфолио достаточно богатое. Среди 4500 заявок со всей страны организаторы отобрали 140 ребят. В их числе оказалась и Эмилия. Когда я заполняла заявку, я не верила в то, что я смогу пройти. Для меня это было чем-то таким далеким и неизвестным, что когда я увидела, что меня отметили в группе ВКонтакте, волонтеры Победы, именно во всероссийской группе, я была в таком шоке. Это было 12 часов ночи, когда я это увидела. Организаторы конкурса учитывали все – навыки, достижения волонтерской деятельности и даже уровень английского языка. После успешного прохождения первого этапа Эмилию ждал второй – собеседование по скайпу. Вопросы были направлены на принятие решений. Наверное, самое такое классическое – что задавали точно всем, потому что, ну, уже знакомы со всеми остальными ребятами со всей России. Самая классическая ситуация – это что мы будем делать, если вдруг бабушка-ветеран придет на парад и принесет с собой для Путина банку огурцов, но ее никто не пустит. Я тогда немного, наверное, разволновалась, но ответила, то, что ей будут все рады, и в том числе Путин, даже если она придет без банки огурцов. Еще была классная идея вытащить эти самые огурчики и положить их на тарелочку, чтобы она просто угощала людей, потому что, возможно, ее не пустили бы именно из-за баночки самой. В Новом Уренгое проживают 13 ветеранов, плюс трое в Карачаево. О них волонтеры никогда не забывают. Организовывают мероприятия, помогают адресно. Один из масштабных проектов, над которым сейчас трудятся добровольцы, ветераны живут рядом. Активисты записывают интервью у свидетелей той страшной войны. Истории объединят и презентуют к 75-летию Победы. Проблему, даже самую крупную, можно решить просто словами. Просто сесть и поговорить без криков, без каких-то оскорблений. И тем более не прибегая к какой-то революции. Я не говорю про детей, даже просто политику взять. И для них осознание того, что их родственники, их прадеды прошли такой трудный путь только чтобы сохранить мир, только чтобы мы могли ходить под спокойным небом, не беспокоясь о том, что где-то сейчас начнется бомбежка. Честь поучаствовать в параде Победы и бессмертном полку выпала и другому специалисту Ульяне Лабутиной. Кстати, новоуренгойские девушки – единственные, кто отправится в Москву от Ямала. Анастасия Волкова, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс».